На площади республики начали возводить главную елку Чувашии. В ближайшие дни рабочие установят каркас, затем начнут украшать елку. Новогодняя красавица обзаведется светящимися звездами в национальном стиле. Высота новогоднего дерева 25 метров. Самый большой открытый каток вновь будет залит на Красной площади города Чебоксары. Более 4000 квадратных метров отличного льда. Здесь же возведут одну из самых больших горок, обустроят детскую снегоходную трассу. Этой зимой на заливе будет возможность прокатиться на сказочной карете, увидеть целую гору мандаринов. Центральная новогодняя площадка начнет работу с 29 декабря. Еще одним местом отдыха для горожан этой зимой станет кадетский парк. В администрации города разработали эскиз праздничного наряда для аллеи детского городка. Разноцветная подсветка и тающие сосульки украсят кроны деревьев. А рядом с детским городком установят новогодние арт-объекты и проложат лыжню.